Координационный совет по культуре начал работу во Владивостоке. На трехдневном форуме обсудят стратегию развития отрасли, итоги и планы реализации нацпроекта «Культура», внедрение цифровых сервисов, лучших практик и креативных проектов. Перед нашими учреждениями стоит непростая задача, и мы должны показать личную вовлеченность и заинтересованность в противодействии фальсификации истории, в работу по историческому воспитанию молодого поколения, любви к своей малой родине, к своему народу и России, создание среды для развития талантов и их всесторонней поддержки, сохранение традиционных, духовных и нравственных ценностей. Елена Бронникова также поздравила работников культуры с профессиональным праздником, вручив почетные грамоты за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и весомый вклад в патриотическое воспитание молодежи. Также на форуме обозначили основные направления стратегии культурной политики в Приморье на предстоящий год. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.